Добрый вечер, дорогие друзья. Пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня понедельник, 29 июля, и мы сейчас вместе помолимся Богу. Мы поблагодарим Его за сегодняшний день и также попросим, чтобы Он благословил наш сон и эту ночь. Аминь. Как прошел для вас сегодняшний день? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Если не хорошо, будет хорошо. Мы помолимся за вас. Я верю, что Бог услышит нашу молитву, и Он нам поможет. Аминь. Вы не можете, дорогие друзья, вы не можете сдаваться. Вы не можете опускать ваши руки. Написано в Библии, что в мгновение времени дьявол показал всю славу мира Иисусу и, знаете, предложил его, ему, то есть, вот, испытание, вот, искушение, да, лучше сказать. Вот момент, мгновение времени, представьте себе, мы не можем расслабляться, мы не можем, дорогие друзья, слушайте меня, пожалуйста. Мы каждый день молимся, размышляем над Словом. Слушайте, пожалуйста, я говорю, потому что я хочу благо для вас. Мы не можем расслабляться. Нам нужно хранить нашу веру, стоять и верить. Божьи люди, они сильны, они не чувствительны, они не слабы, они не ищут легкого пути, легкого Евангелия. Нет, они сильны, они Божьи люди. Вот что написано в Слове Божьем. Тебе будет сопутствовать успех, и если ты будешь внимателен к тому, чтобы исполнять установления и законы, которые Господь дал Моисею для Израиля, будь твердый и мужествен, не бойся, не падай духом. Да, я знаю, что это слово Бог сказал народу Израиля через Моисея, но мы новый Израиль, и это учение только тоже для нас. Или нам не нужно быть твердыми, или нам нужно бояться? Конечно, нет. Тогда это направление для нас. Проанализируйте себя, свою веру, проанализируйте, проверите. Если вы падаете духом. И если вы говорите, пастор Эдуардо, эти последние дни мне тяжелые, я замечаю, что я уже не такой уверен, как раньше. Обратитесь к Богу, мы сейчас помолимся. Просите, чтобы Он обновил вас. И стойте верны, не давайте место дьяволу. Потому что Бог, Он хочет использовать вас для того, чтобы совершить великие чудеса в этом мире. Вы Божий человек. Не забудьте это. Бог вас избрал. У вас самое главное есть вера. Используйте эту веру. Будьте тверды и мужествен. Не бойся и не падай духом. Это направление для нас. Хорошо? Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим
с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве. День заканчивается, и мы благодарим Тебя за то, что Ты привел нас домой в безопасности, состоянии, и за то, что Ты защитил нас и нашу семью. Спасибо Тебе. Господь, все наши переживания, слабости, недостатки, мы все хотим отдать в Твои святые руки. Мы сейчас смиряемся перед Тобою, и мы просим, помоги, мой Бог, нам, помилуй нас. У нас, Господь, столько в этой жизни проблем, переживаний, но мы хотим все возлагать на Тебя, как написано в Твоем Слове. То есть, мы просим, дай нам силу, чтобы мы могли хранить нашу веру и уповать, мой Бог, на Тебя. Мы признаем, что без Тебя мы никто и ничто. Очень много времени, Господь, мы потратили впустую, в суете. Господь, столько времени мы заблуждались и страдали. Теперь мы хотим быть с Тобою. Дай нам силу, чтобы мы были твердыми в вере, чтобы мы ничего не боялись и чтобы мы не падали духом. Мы отдаем все вопросы, которые мы не смогли решить сегодня, в Твои святые руки. И мы принимаем решение доверяться Тебе. Мы знаем, что Ты все усмотришь. Мы просим, Господь, прости наши грехи, слабости, недостатки. Если что-то мы сделали или сказали сегодня, то, что Тебе не угодно, прости, мой Бог, нас. Мы просим, помилуй нас. Благослови, Господь, эту ночь. Дай нам спокойный, крепкий сон, чтобы мы могли отдохнуть и завтра утром проснуться в присутствии Твоем. Пусть ангелы Твои будут охранять нас, нашу семью во имя Иисуса Христа, это наша молитва Тебе, наш Господь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас. Да презрит Господь на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Господь на вас лицо Свое и даст вам мир. Кто верит в эту молитву, скажите, я принимаю это благословение. Скажите, аминь. И да будет так. Слава Богу. Аминь. Вы верите в эту молитву? Я верю, что Бог нас услышал и что Он уже благословляет каждого из нас. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Богу. Каждый вечер в 10 часов по бишкекскому времени мы совершаем эту молитву перед сном. Вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. В вашем комментарии добавьте вот эту фразу. Я буду твердым в вере и ничего не убоюсь. Я не буду падать духом. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас, вашу семью, хранит свою веру. Все будет хорошо. Спокойной вам ночи.